Всем привет, друзья! Сегодня мы дичайше приехали на нашем локомотиве под названием Московская центральная дорога, которую недавно построили. Пришлось немножко пройти, естественно, пешочком, но мы все-таки в центре Москвы и сейчас находимся в клубе-кафе «Гоголь», который находится по адресу Столешников переулок, дом 11. Наши сегодняшние откровения посвящены концерту под названием «Струны сердца». Что такое струны сердца? Эти струны воздействуют на наше сердце, и от этого мы получаем эмоции. И вот эти струны сердца сегодня натягиваются в честь мероприятие, направленного на поддержку фонда защиты бездомных животных. Кому решать, от чего их защищать и как помогать, решат, конечно же, устроители этого всего мероприятия. Какие слова они скажут, зависит от них. Но мы музыканты, и сегодня мы не будем молчать. Мы будем дергать непосредственно за эти струны. Сегодня здесь выступают такие именитые люди, как Сергей Маврин, Дмитрий Четвергов и юное дарование Володя Черноклинов. В этом уютном клубе «Гоголь» сегодня собралась элита московского защищенства животных. Ну и я, ваш покорный слуга Майк Кремлин, сегодня освещаю вот это все безобразие своими разговорами, или как это можно сказать по-другому, телегами. Ну, что я хочу сказать. Мероприятие, думаю, получится не скучным и не грустным, потому что, ну, учитывая такой звездный состав, это просто априори не может быть грустно и скучно. Хотелось бы сказать несколько слов еще на одну злободневную тему, которую мусолят нынешние СМИ со всех сторон и со всех возможных мнений. Это постановка памятника, но не Юрию Долгорукому, а Ивану Грозному, который, кстати, тоже так на коняшке едет, только если Юрий Долгорукий вот так вот руку простилает, то этот как-то вот так вот, как голосует, как пионеры всей страны, делу Ленина верны. Мнения разделились. Кто-то считает это правильным, кто-то считает то, что это очень провокационно, кто-то считает, что вообще это недопустимо. Но наши рок-братья считают то, что любая тусовка оправдана, и даже хирург сказал то, что поддерживает всю эту движуху и дико считает то, что это правильно. Ну, а кто-то другой говорит то, что это некий символ высвобождения России из тюрьмы 90-х. Но не будем о политике, будем говорить о прекрасном, потому что именно рок-музыка спасет этот мир, а не только красота, а красивая рок-музыка так уж тем более. Друзья, и чтобы мир этот спасти, вы должны не только сидеть, пялиться в свой монитор от компьютера или в какие-то свои гаджеты и планшеты, смотря какие-то отчеты на Ютубе и говоря: «О, как клево это было!» Чтобы быть в теме рок-музыки, ходите на концерты. А концертов хороших много. Так, например, 11 ноября в клубе Glastonbury Pub я и мои товарищи Леонид Фомин, Михаил Саушев, Михаил Панкратьев и Илья Петров совместно с нашей прекрасной певицей Катей Барселоной устроят настоящий праздник рока на фестивале «Марш времен». Помимо нас на этом фестивале примут участие легенды Hard and Heavy 90-х годов группа «Димарш», московские воротилы хэви-металла группа «Троя», а также молодые таланты, исполняющие кавера на Iron Maiden, группа «Endeavor». Ну и, естественно, как я уже объявил нас, группа «Rocket Moscow Band» подарит вам
незабываемые впечатления от музыки, которая прозвучит от нас со сцены, мы исполним для вас лучшие хиты рока 70-х, 80-х годов, а также специально к этому мероприятию мы подготовили презентацию нашей авторской программы. Друзья, слушайте меня, Майка Кремлина, слушайте группу Rocket Moscow Band, приходите на наш концерт под названием «Марш времен», и будет вам счастье. Друзья, берегите друг друга. Все, пока! Ну, друзья, тогда давайте вместе подпевать уже, а? И подпевать. Дело в том, что... Давай одну песенку спою, все-таки про любовь, которую этот мир сохранит, да? А потом, ну, если пожелание, если понравишься как артист, то еще споешь что-нибудь на песне. Дело в том, что вот есть такое понятие «красота этот мир сохранит». Конечно же, безусловно, но без любви никакая красота не сохранит. Конечно, в первую очередь, любовь. Ну, естественно... Как бывает, ты живешь, как живется. День по кругу, а утром все вновь. Но однажды скудный круг вдруг рвется. Сейчас...